Сегодня в рамках празднования Дня независимости Индии на центральной эстраде парка Сокольники проходит грандиозный фестиваль индийской культуры. На празднике представлена разнообразная индийская кухня, традиционная одежда, аюрведа и тантра. Для детей специальная развлекательная программа. День независимости отмечается с 1947 года. В этот день в 1947 году вступил в действие Акт независимости Индии, и сегодня мы можем насладиться атмосферой этого праздника. В программе праздничного мероприятия большой гала-концерт индийских и российских артистов. Музыка, танцы и различные конкурсы с призами. В торжественной части выступление посла Индии в России.